3 года. Мы успели сделать очень многое за эти 3 коротких года. Не без помощи сильного лидера, сэр. Нет. Благодаря воле сильного народа. И одному очень способному консультанту. Спасибо, сэр. Ваша команда оправдала свое высокое звание, мистер Лайтнинг-Болт. Мы просто выполняем нашу работу, премьер-министр. Хочу признаться, раньше я думал, что такие, как вы, могут лишь разжигать войны. Но в итоге вы смогли подготовить нашу армию хорошо и очень быстро. Мы смогли восстановить порядок намного быстрее, нежели ожидали. Возможно, я все же ошибался насчет этих частных военных компаний. Мы предпочитаем называться частное охранное агентство, сэр. Большинство контрактов Маверика сконцентрировано на безопасности. Да, безопасность подразумевает над собой многое. Я люблю цитировать одно выражение. Один меч держит другой меч в ножнах. Иногда угроза насилия может оказаться сдерживающим фактором. Иногда, забирая одну жизнь, мы можем сберечь множество других. Это кодекс, по которому живут самураи. Солдат и философ. Вы полны сюрпризов, мистер Лайтнинг-Болт. То же самое могу сказать и про вас, господин премьер-министр. Что случилось? Кто-то заблокировал головному броневику путь. Сейчас узнаю. Прочь с дороги! Это дело государственной важности! Я сказал, прочь с дороги! У нас есть указание применять силу, если ты... Леопард 1, разворачиваемся, отходим! Открыть огонь! Кто это был? Киборг. Один из наших конкурентов? Кортни, что происходит? Нас напали, сэр, это был киборг. Чей? Он не поддается опознанию, Ксив. Я предупрежу все посты, вывозите Энмани оттуда. Так точно! Мы все скоро умрем. Успокойся. А вот и его друзья. На 12 часов. Райден, я готов. Защищайте премьер-министра. Давайте покончим с этим.